И всем привет, мои умники, с вами Боди. Да, и вы очень часто в комментариях просите, чтобы мы посмотрели Биг... Мне еще и звонят, представляете? И вы попросили посмотреть Биг Бэнг. Бэнг. Да. Так что давайте посмотрим этот клипчик. По крайней мере, он набрал здесь 309 миллионов просмотров. Почти 310 тысяч миллионов, да. Так что пошлите вместе посмотрим. Так, мои умники, готовы? Пошли смотреть. Так. Чё, а? Так, ладно, минус хороший пока что в начале, соглашусь. Пипец, они сняли танк для этого, серьезно? Слушайте, у него, кстати, прикольный голос. Вот честно, у него реально прикольный голос, но согласитесь со мной. Кстати, да-да-да, вы очень просили посмотреть его. Ладно, давайте смотреть. Пипец, они даже, вы представьте, они костюм космонавта забронировали или, не знаю, купили, а он по-любому дорого стоит для клипа. Господи, как здесь все красочно, это просто бибец. Мне, по крайней мере, что нравится, здесь песок цветной. Это, во-первых, хорошая цветокоррекция. И большой плюс то, что мне нравится его голос, он очень круто поет. Так, тихо, я просто жду припев. Боже, это самое те... Чего? Подождите, я не ожидал, что такой припев будет. Еще раз. Блин, типа, мои умники, я не ожидал. Ладно, хорошо, это прикольно. Боже, мне еще больше всего удивляет в этом клипе то, что вот припев, ну он просто интересный. Согласитесь, вы где-нибудь слышишь такой прикольный припев? Типа бэнг-бэнг-бэнг. По крайней мере, у кей-поп группы я не слышал такого голоса еще. Клетку сняли для этого, вы понимаете? Даже клетку сняли для клипа. Ну где типа бои вот эти вот происходят. У девушки хорошая растяжка. Подождите, там специально девушку на лысо постригли для клипа или я ошибаюсь? Да, или ну, мои умники, напишите, пожалуйста, в комментариях, я вас прошу. Вы знаете, я все читаю. Серьезно, девушку постригли для клипа или нет? Господи, почему здесь так все красочно? Боже, вот это, вот просто вроде я вроде хорошо спародировал. Это очень красочно. Очень красочно, ну согласитесь. Вы представьте, они машин сколько снимали для клипа. Так, тихо. Очень много девушек, очень много. Oh nah, and we don't give a what.
Вот это, кстати, хороший кадр был с ним. Не этот. Вот этот вот мотив сейчас чем-то напоминает этот. Помните? О, Васюнера. Оп, 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 а как нам стоял? О. Да, чем-то. Да, да, чуть-чуть напоминает. Это очень-очень красочно. Вы посмотрите на это. Здесь очень много денег в клип вложено. Это сразу видно. Господи, круто. Здесь дополнить нечего. Это очень-очень красиво. Вы просто видели? Вот скажите, вы понимаете, сколько там спецэффектов, сколько там всего? Вообще, там машин достаточно, достаточно хорошая цветокоррекция, монтаж и вообще все в целом. Там очень много локаций, так что давайте спецэффекты. Вот честно, что я могу сказать по поводу этого клипа? Мне больше всего понравился припев. Там типа вот этот голос в начале, и потом бэнг-бэнг-бэнг. Ну, скажите, ну ведь правда же не видели нигде такого припева. Это самые интересные голоса, которые я еще видел. Ну, слышал точнее. Вот, и больше всего меня зашел сам клип. Вы посмотрите, сколько там локаций. Как переходи, вот эти переходы кадров. Самое главное, сколько денег вбухано в этот клип. Вбухано, то есть как бы вложено, если что. Вот, поэтому, мои умники, спасибо вам большое. Комментарии, которые на меня больше всего лайков, тот еще видосик мы и посмотрим именно из этой группы. Да. Так что я надеюсь, вам понравился. Потому что, ну, по крайней мере, это годно. Но согласитесь, это очень годно. Если хотите, то можете подписаться на канал. Но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. Если хотите, то можете поставить лайк. Но, как я уже сказал, это ваше дело. И всем еще раз огромное спасибо за просмотр, мои умники. Всем пока. Да.